Всем привет, с вами Дошик, S как доллар, йоу! Да, название видео вас не обманывает. Сегодня я буду снимать 100 тиктоков за 24 часа. А чё нет-то? Вы можете подумать, Даша, это невозможно. Это возможно. Наверное. В мои лучшие дни, когда я снимала тикток каждый день, я могла снимать по 15, по 20 роликов, но это максимум. Итак, план действий. Всего нужно сделать 100 тиктоков. Каждые 10 тиктоков я буду переодеваться и менять свой внешний облик, менять как-то локацию, стараться переставлять камеру, чтобы все тиктоки не были похожи друг на друга. Ну и обязательное условие это то, что все тиктоки я должна выложить в один день. Я не знаю, получится ли у меня хоть что-то сделать, но, короче, погнали к первому образу. Итак, первый образ у меня будет эльфийский. Вот тут я подготовила всю одежду, которую буду использовать в роликах. Но это не вся, конечно, на 100 тиктоков вряд ли хватит. Делайте ставки, помрет ли моя кожа спустя 10 макияжей. Я думаю, однозначно да. Итак, сейчас время 7:48 вечера, 15 мая. Начинаем! Мой первый образ готов. Сказать, что я задолбалась, это не сказать ничего, блин, потому что я еле как влезла в это платье. Первый тикток снят. Осталось всего лишь еще 99. Я сняла первые 10 роликов. Проблема не в том, что я очень сильно устала, а проблема в том, что у меня просто заканчиваются идеи. Тикток не бесконечный. Или ты сама придумываешь, или повторяешь какие-то тренды. Тренды заканчиваются уже, мне что снимать? Я не знаю, как я осилю 100 видосов, если я 10 еле-еле сделала. Это трэш, это полный джингл беллс. Время, кстати, уже 9:50 ночи. Супер, я тут до утра, походу. Я пойду переделывать макияжик, переделывать образ и вернусь к вам уже со вторым образом. Короче, вот такой у меня получился макияжик. Вот такая вот причесочка. И вот такая вот одежка на мне сейчас. Green, hello. Какой blue? Not blue, green. Yeah. Побежала снимать еще 10 тиктоков. Вернусь и все расскажу. А еще у меня вот такие колечки. Пожелайте удачи. Я заебалась. Всего сняла я 20 тиктоков. Еще 70! 70! Время уже 11 вечера! 11! 11 вечера! Короче, я сажусь делать третий образ. До связи. Какой-то такой у меня сейчас образ. Такая вот девочка. Ким 5 с плюсом. Погнали снимать еще 30 видосов. Я хочу спать уже. Я сняла 30 ссаных видео в этот гребаный тикток. Я его уже ненавижу, я его уже проклинаю, я не хочу больше. Все, хватит, я не могу. Чтобы вы понимали, у меня уже на 10-м ролике начала ехать кукуха и заканчиваться идеи. А сейчас я 30 отсняла, я не знаю как. Давайте хотя бы 50, окей? Я не осилю 100, окей? Не осилю я 100! А вот и мой второй образ. У меня образ, более привычный к моему обычному. Я не знаю, что я сейчас буду снимать. Скорее всего, просто буду листать рекомендации. И все, что будет мне попадаться, то и буду снимать. Потому что все свои идеи я уже давным-давно израсходовала. Ну, погнали снимать. Перекус таксисточек. Время 2 часа ночи. Я устала. У меня уже просто кончились идеи. Если честно, я не знаю, что снимать, я не знаю, под какие звуки снимать, я не знаю, какой образ даже придумать, я придумываю его на ходу, чтобы вы понимали. Я, наверное, потом года 3 ничего снимать не буду, я не знаю. И еще, ребят, хотела вас попросить, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, потому что для меня это и правда очень важно, я правда очень стараюсь для вас. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на меня в Ютубе, ну и на мой инстаграмчик, если хотите, конечно. Я отсняла 40 видео в ТикТоке. У меня уже высохли глаза от линз, лицо все чешется от количества макияжа, потому что я его постоянно наслаиваю. Все. Сейчас время 3 часа ночи. Я думаю, мне нужно где-то часик отдохнуть, и потом можно снова приступать к макияжикам. Хочу вам просто продемонстрировать и показать, как выглядят мои глаза. Они выглядят вот так.
Они все жутко покраснели, вы посмотрите, это трэш. Я очень сильно устала. Время 5 утра. Вот такой у меня макияжик глаз получился. Достаточно долго я его делала, потому что смывала все лицо из-за того, что, ну, неприятно уже, короче, было. Сделала еще масочку увлажняющую, чтобы кожа не умерла под конец этого видео и не отвалилась с моего лица нахрен. Ну, короче, увидимся спустя еще 10 видосов. Время 6:30 утра. Я сняла 20 роликов, хотя планировала 10 в этом образе. Так получилось. Мне было очень лень переодеваться и перекрашиваться, поэтому я решила то, что еще 10 фигану так, пока силы есть. Увидимся в следующем образе, получается. Время 8:00 утра. На улице уже светло, вот через коробки можете заметить. Вот такой у меня образ. Кофточка. Макияжик, глаза жутко красные, они раздражены от того, что я постоянно надеваю, снимаю линзы, постоянно их пытаюсь как-то увлажнить, потому что я долго в линзах не могу находиться. Я отсняла уже 60 видосов, сейчас отсниму еще 10-15. Я сняла 80 видео в ТикТок. Это полный. Короче, сажусь делать другой какой-нибудь макияжик. И когда закончу, вернусь к вам. Прямое включение. Я ебать на голову. Я буду делать себе вот этой супер-пупер-дупер яркой подводкой для глаз. Макияж клоуна. Короче, когда делаю макияж клоуна, свяжусь с вами. Как-то так. Что-то мне подсказывает то, что сейчас вот эти 20 видео будут самыми тяжелыми видео в целом в моей нахер жизни. Плюс, как только я закончила делать этот макияж, у меня почему-то кончилось место на карте памяти! Ох, иду снимать. Время 12:00 дня. Я сняла 100 видосов в ТикТок меньше, чем за 24 часа. Я считаю, это исторический момент. Мое лицо должно быть крупным планом на обложке Forbes после этого. Короче, что я могу сказать? Это было очень тяжело. С учетом того, что я не спала всю ночь и фигачила ТикТоки. Плюс у меня была очень длительная подготовка к съемке этого ролика. То есть я подбирала образы, подбирала одежду, искала звуки, под которые я буду снимать, тренды искала, которые я тоже буду снимать. В эфире монтирующая Даша. На съемку этого видео у меня ушло 16 часов и... Ну, почти все нервные клетки. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Я надеюсь, вы поставите лайк и обязательно подпишитесь на канал, потому что я правда очень старалась. Я надеюсь, вы это заметили. Всех люблю, целую. С вами была Дошик С как доллар. Йоу, я пойду спать. И по традиции, subscribe to my channel, Пелиси. Не забудь поставить лайк. Я пойду удалять ТикТок.